Короче, рассказываем. января 29 отмечается Международный день отказа от интернета. Он отмечается ежегодно мировым интернет-сообществом в последнее воскресенье января. Главная цель этого праздника – это отказаться хотя бы на один день от интернета, чтобы люди могли встретиться и пообщаться вживую, в реальном мире. Или могли заняться каким-либо своим хобби, конечно же, не связанным с глобальной сетью интернет. Организаторами Международного дня без интернета являются активные, продвинутые интернет-пользователи. Многие вещи в нашем мире, которые позволяют нам упрощать нашу жизнь и делают ее более интересной, вызывают у нас зависимость в них, точно так же, как и сеть интернет. Конечно, никто не отрицает, что интернет сегодня – это важный источник информации и работы для множества людей. Но, как говорится, в нашем мире все должно быть в меру. И, соответственно, интернет – это еще не вся жизнь.